Дед Матвей изучает басё. Распушистого стихотворёнка стихотворец в кармане несёт. Представлять стихотворца не надо. Это я, это я, это я. Я иду, укрываясь от взглядов разношёрстного стихотворья. Замечали ли вы сукогласно в четырёх лиц с души сторон? Я шагаю сквозь сонмище грязных, голодающих стихотворон. Забыл, блин. Начало хорошее. Ну, начало хорошее. Шикарный стих. Как это там, что-то... На афишу глазеют Розине, хоть секретов она не таит. Стихотвер он стоит в магазине. Банка стихотворения стоит. Смейтесь, смейтесь над бедным поэтом, что не так, как другие поют. Не знаю, помните, что в стих от газету стихотварево взяли мое. Здорово. Хорошо, хорошо. Да кто это? Чего это? Это, в общем, это Олди. Ну, знаете Олди? А, Гарри Олди. Ну да, вот такой книжки он. Интернетовский какой-то? Да нет, он такой достаточно известный, такой общем фэнтезийный, в общем-то, вот. Но у него есть такие стихи, просьи, но не форма. А какой там что-то такое читал? Вот есть хороший кабинский цикл, вот есть стихи, как хочешь прочитать, шикарная вещь. Да, про мечи, да, ну то, что интересно. Так, а он был такой? Гарион, это что? Нет, ну это... Мы не знаем. Это два автора. Все коммуники. Ну так же, что... Не, ну я потому что... Потому что у меня с ним живу. Это же в курсе. Да, красиво очень, стихи всякие радости.